Всем здоров, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить российский инди-хоррор Пальмира. Вот. Продолжаем. Так, мы взяли, по-моему, ключ, если мне не изменяет память. Да, мы взяли ключ от чего-то. Так, открывая дверь, которая ведет к бассейну и медпункту. Отлично. Теперь нам нужно попасть в бассейн и медпункт. Окей. У нас, кстати, пропала тут дверь, да, которой мы лазили там, в коридорах там всяких, вот. И тут появились дохера пятен крови. Дохера пятен крови. Свечечки, свечечки горят, которые мы зажигали с вами. Вот. Бассейн мы помним, где находится, а вот медпункт где? Хер его знает. У нас три. Опа, опа! Твою мать! Что за чертовщина творится здесь? Почему все покраснело? Почему все покраснело? Мы вроде так далеко не спускались, слушайте. Ну-ка, давайте-ка. Погоди. Там кто-то. Кто-то идет! Кто-то идет! Твою мать! Валим, валим, валим! Где дверь-то? Где дверь? В бассейн! Чертов бассейн! Сколько можно спускать? Тупик? А где дверь? Тупик! На секунду у меня замерло сердце. Так, погоди. Ну, скримчанский был, он какой-то тихий, да? Там не показалось? Я даже не успел понять, что произошло и как я, что я испугался. Как. Так. Погоди. Архив. А, ну вот, да, вот мы пришли. Учительская, архив. Понятно. Так, где-то здесь у нас бассейн. Детский. Детский блок закрыт. Где-то вот здесь у нас бассейн. Ты слышал, да? Что-то кряхтит. Так, бассейн. Погоди, бассейн. Я взял ключ от бассейна. В смысле? Я не понял. У меня же есть ключ от бассейна, какого черта? А, во, смотри, открыл дверь. Открыл дверь. Окей. Здесь лампочки, в принципе, горят, можно погасить. Опа, можно загасить. Твою мать! Это кто? Это дети? Это ребенок? Это что за херня там? Ну-ка, я не хочу. Я хочу куда-то зайти. В столовую я хочу зайти. Можно я перекушу? Я когда нервничаю, я хочу есть. Так. Я не буду на тебя смотреть, я почитаю плакат. Прячьте от детей ядовитые вещества. Держите под замком ядовитые вещества, особенно вызывающие ожог пищевода. Каустическую соду, уксусную эссенцию, соляную кислоту. Убирайте их немедленно после употребления. Никогда не держите ядовитые вещества в стакане, чашке, бутылках из-под молока, ситро. Дети могут по ошибке выпить яд. Да. Я также по ошибке выпил спирт, короче. Оп. Короче. Тихо. Ладно, потом расскажу. Потом. Оп, твою мать! Нахер. Нахер. А чё, я теперь смогу открыть двери? Смотри, замок. Здесь замок. Замок заклинил, нужно найти другой способ снять его. Так, тут закрыто. Как и было закрыто, да? Ладно, все равно туда идти. Окей. Так вот.
Я, короче, утром мне ехать на собеседование на завод Toyota. Так, толчок. Толчок. Опа-опа! Так, шкаф! Стоп! Дверь закрыта! Шкаф! А я ни черта не вижу. Ушел? Не слышу. Топает, топает, топает. Блин, видеть бы еще, где он там шастает. Я-то ни хера не вижу. Шаги, по-моему, пропали, да? Так вот. Ехать на завод Toyota. Я стою утром. Открываю холодильник. Хочется пить. Я вижу бутылку из-под 7 ручьев. Открываю бутылку, она пшикнула. Она пшикнула, как бутылка 7 ручьев. И я делаю такие два смачные глотка, короче. А это спирт. Холодный спирт. Короче, были ужасти, друзья, были ужасти. Увеличим. Воспитателя не хватает. Б предлагает прислать своих людей, не доверяя ему. Сами справимся. Дело в личной ответственности. Теперь, если хоть один совершит нарушение, то наказаны будут все. Скоро они сами начнут присматривать друг за другом. Они уже начинают. Это как в армии, знаете, один накосячил, все отвечают. Окей. Вот. Так я потом еще, короче, запил это водой. И меня как разнесло. Я сел в автобус, меня вырубило. Вот. Когда приехал на собеседование, у меня начался отходняк. Так, смотри, наши дети не должны болеть поносами. Поносами. Твою мать. Поносами. Ну, конечно, глотаются всякой дряни. Опасной. И потом болеют поносами. Так, туалет. Погоди, а мы откуда пришли? Ну, в толчке мы точно не были, да? Ладно, давай посмотрим, что здесь. Что здесь. Ни черта нет. Хотя бы, не знаю, в толчок бы положили... О! Только хотел сказать. Для зажигалки. Может, еще что лежит? Погоди. Разработчик читает мои мысли, блин. Понятно. Ясно, понятно. Так, ладно. Зажгем свечку. Пускай горит. Так, откуда мы вообще пришли? Мы пришли, наверное, оттуда, да? Где шкаф? А, нет, вон дверь закрыта, значит, мы пришли оттуда, которая закрыта дверь. А, это второй толчок, это, наверное, женский. А, это душевая, ё-моё. Чтобы попасть в душевую, надо пройти через толчок, короче, да? Смотри, кровище. Течет. Кровь. А, рисунок. Ну-ка. Рисунок, короче, какая-то рожа. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо! А куда? Тихо, шкаф! Прячься в шкаф, быстро! Зажигалку надо еще перезарядить. Но. Чувак, ты долго будешь здесь шастать? Здесь вообще-то туалет. Что-то тут забыл. Да хорош, но. Хорош. Уйди.
все утихло вроде. Так, зажигалочку. Идем. Идем дальше. Дальше через душевую. Да твою мать! Как можно-то? Хера себе, ты смотри, какой бассейн. Кровище. Просто похлеще, чем заявил Визини, да? Окей. Так, выход. О, выход! Отлично. Он по-любому закрыт. Вот 100% выход закрыт. Как в воду глядел, а? Так, а это что у нас? О. Ништяк. Ништяк подъехал. Отлично. Чё-то, короче, сделали. А, смотри, кровь, наверное, да, уходит. Хотя, чё-то не факт. Еще раз, может? А, все, больше не делается. Больше ни черта не делается, ладно. Окровавленный бассейн. А я хрен знает. Ушла вода? Меньше стало? Ну, не вода, а кровь. Меньше стало крови. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь у нас. Давайте будем закрывать двери на всякий случай. Еще записуля. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Теперь к делу. Не забывай сливать бассейн раз в неделю, перед тем, как начнется чистка. У нас произошло сокращение штата, так что дети сами доделают остальное. Просто сообщи мне, если найдешь на дне что-нибудь необычное. С недавних пор ребята начали снимать вентиль с труб. У них возник небольшой конфликт с предыдущим учителем, так что перед... А так что теперь они пытаются найти способ избежать уроков плавания. Если найдешь один из вентилей, не переживай, скорее всего, он валяется где-нибудь в туалете. Там я нашла его в последний раз. Так, отлично, нужен туалет. Мы, кстати, в туалете уже были, но я никаких там вентилей не видел. Отлично. Ну, хоть этих... для зажигалки всяких штук дают нормально, да? Смотри, еще один вентиль. Отлично. Отлично. Так, погоди. Блин, охренеть, этих коридоров тут. Целая куча. А это что у нас? Еще одна какая-то каморка чья-то. Так, здесь пусто и записка. Отлично. Читаем. А, Наташа, больше не рассказывай о случае в бассейне. Черт. Я закрыл там дверь? Окей. Так, что там, Наташа? Наташа, больше не рассказывай о случае в бассейне, если его не было, и никакой девочки не было, документов на нее нет. Будут спрашивать, отвечай, что ты все разыграла. Ты же не хочешь, чтобы другие дети оказались на улице? Погоди, тихо! Я должен спрятаться. А че так лагать-то начало? Стопэ. Так. Да хорош, этот индюк задолбал тут ходить, а. Он где-то рядом, ты слышишь? Оу, тихо. Где-то слева. Отлично. Вроде ушел. Вроде ушел. Я дверь-то не закрыл, вот поэтому он сюда и зашел. Так, ладно. А смотри, вот тут здесь еще дверь. Ну-ка закрою, на всякий случай. Здесь что у нас? Опачки, а вентиля нет.
Я не могу повернуть его без крана. Короче, надо искать толчок. Ищем туалет. Опа, записка. Опа, записка. Рисунок, а не записка. Так, рисуночки, рисуночки. Так, короче, это получается у нас опять этот директор, наверное, да, или кто это у нас? Дети. Бассейн, наверное, дети, да, смотри, там кто-то утонул, да, в бассейне. Получается. Так, погоди, а я... Я здесь был, да? Вау, твою мать, а, сволочь, засранцы, козлы. Вы чё так пугаете, а, дебилы? Воу-воу-воу, прекрати, я чуть не сиранул, блин. Фу! Отлично, просто отлично, нельзя так пугать. Так. Где толчок? Это не толчок. Фу! Запахло жареным. Так, а толчок вот он здесь. О, погоди. Здесь, короче, где-то вентиль должен быть. Твою мать, а? Ух! Ух, бодрячком взбодрился, а? О, отлично. Вентиль взял. Вентиль взял. Зажигалочкой. Свечечку. Отлично. Это что? Блин, взял бы арматурину, не знаю. Какую-нибудь. А я вот здесь был? А, заперт. Отлично. Понятно. Заперто. Так, а где... Опа, опа, опа! Твою мать! Твою мать! Шкаф! Где шкаф? Быстро в шкаф! А он умеет открывать шкаф? Твою мать, он прям передо мной стоял! Он свалил? Или поджидает? Так, походу свалил. Походу свалил. О, отлично. Так, а здесь мы двери закрываем. Фу! Четко, ладно. Так, отлично, полностью спустили. Полностью спустили, а теперь нам надо... Вон, смотри. Это кукла или ребенок? Ладно, ладно. Хорош, хорош. Это кукла. Вот что лежало под кровью. Кукла утопленка, добавлена в инвентарь. Эта кукла все еще мокрая на ощупь. Использовать можно, смотри. Где? Ладно, я понял. Почему после инвентаря начинает лагать вот так? Что-то как-то непонятно. Ладно, а чё, куда нам дальше? Куда нам дальше? А, смотри, выход, дверь открыта. Окей.
Ладно, допустим. Так, отлично. Сохранка прошла, можно не бояться. Медпункт! Окей. Медпункт. В смысле? У меня есть ключи от медпункта. Опять через какую-то жопу идти надо проходить. Так, смотри, плакат. А, неграмотный, тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья. Запоминай это. Запоминай, чувак, это. Так, ладно. Ладно. Еще я проползем. А! Твою мать, а! Сволочь. Вы задрали так пугать, а? Я же нихера не усну. Я же играю ночью. Я всегда играю в ужастики ночью перед сном. Помоги. Помогите. Помогите. Надо, короче, зафотать. Так, окей. Записули. Внимание у всех работников. В следующем месяце ожидается прибытие новых воспитанников. Нам сообщают, что прибывшие могут демонстрировать признаки агрессивного поведения. Прошу проявлять при работе с ними особую осторожность. Доступные методы педагогического воздействия будут расширены. По скриптам задолженности по зарплате будут выплачены сегодня вечером. Подпись Короленко. Ага. Получается, дождались зарплаты. Вот да, вот, блин, вот Россия, да? Блин, столько дверей, короче. Погоди, я все сейчас закрываю. Пойдем сюда. Да, блин, и здесь дверей. Килограмм целый. Вот Россия, да? Везде задерживают зарплату. Вот. Куда вот мы плюнем? Слышь! Я там еще не все проверил, слышь? Погоди. Че здесь? Никто не уйдет, пока все не сдадут работы. Так, не обманывай себя. Они все опасны. У них всех есть эта штука в голове. Его феномен должен появиться во время стресса. Ты просто недостаточно стараешься. Используй детей, задания, наказания, что угодно. Продолжи давить, пока не сработает. Как заметишь что-нибудь необычное, сразу вызывай меня. Как только будет доказательство, я отправлю его Б. А мы перейдем к следующему. Ладно, допустим, окей. Так, отлично. Это нам пригодится. Так, смотри, крючок какой-то. Не взять, да, его? Так, а это маленькую свечку? Или это не свечка? Не лги никогда! Понятно? Никогда не лги. Так, закрыто. Короче, написано... никто не уйдет, пока... Все не зададут работы. Никто не пройдет, пока вы не получите бумаги. Отлично. Сдаем, короче, работы. Вот! Твою мать. Чего? Я мусор? Всякий, кто не выполнил это задание, мусор. Пусть напишет 100 раз, пока не запомнит. Будьте лучше. Я мусор? Что, блин? Я мусор? Это что? Хера такое, да? Такие методы воспитания. Просто вот представьте, да, ребенку просто втирают. Я мусор. Нихера себе. Биомусор. Охренеть. Тихо, что-то все погасло.
Это что такое? Ой, ёп. Я мусор, я мусор. Вы чё? Скажи, еще закрыли опять дверь, да? Я мусор. Ладно, повторяем, повторяем. Я мусор, я мусор, я биомусор. Я биологический мусор. Что это такое? Что это за камень? Или что это? Это кусок таза, что ли? Это камень. Вот это твою мать, ты что так дергаешься? Я мусор, и здесь я мусор, и здесь я мусор. Хорош так. Но, я же говорю, опять закрыли дверь. Ладно. Здесь ни черта. Здесь ни черта. Я мусор. Это что за челобречик? Что делать-то, блин? Свечку зажечь. Закрыто. Окно может разбить? Я мусор. Одним из камней. Камнем. Камней. Камнев. Камнев. Как говорится-то? Камнев. Он не кидает. А чё? В смысле? В смысле? Что делать? Я понял, что ты мусор. Может... А есть здесь какая-нибудь урна? Может, мне в урну сложить надо мусор? Окей. Выпусти нахер меня отсюда. Или это что это? Это губка? Или... Что это вообще? Она поднимается, значит она нужна. Или это мел? Ни хера не въезжаю. Ни хера я не въезжаю. И это не открывается ничего, окна не открываются. Что мне надо сделать? Запихать куда-то. А, ты смотри, короче, надо... Во-во-во-во, я понял. Я въехал. Я въехал. Ну, стрямер не тупой, короче, да? Куда я повыкидывал все камни, твою мать? Теперь. Так. Так, вот еще один. Оп! Твою мать. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Камнями закидали. Закрыто. О, открылась дверь. Ладно. Перезаряжаем. Так, ну скажи, а тут что? Тоже какая-то головоломка. Ну, понятно, дверь закрылась. Оп! Ты мусор. Ты мусор. Ты настоящий мусор. Ладно. Допустим. Сделаем на превьюшку. Вот! Стена? Стены? Чё за психодел? Я такого психодела, короче, со... Воу-воу-воу-воу! Со времен... Лайерс эфир не видел. Так, тихо, тихо, тихо. Отлично, дверь.
Стоп, блин! Прекращайте, ну! Хватит один за одним скримеры херачить. Вы чё? Совсем больные? Так, погоди. Рисунок. Рисунки. Где у нас рисунки? Рисунок. Кто-то повешенный за ноги, короче. Синие это, наверное, дети, да? А вот это черные это воспитатели. Ребенок такой повешенный, да? За ноги. Ладно. Окей. Так, где у нас открылась дверь? Вот это? Опять закрылась. Вы задрали. Веревка. Скажи, еще повеситься надо. Да? Твою мать. Кукла висельника. Короче, кукла утопленника, кукла висельника у нас взята. Ладно. Так, окей, сохранка прошла, короче. Окей. Так, а здесь ничего не появилось. Снова кровище. Ну что, давайте на этом закончим, дорогие друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, не забываем комментировать. Вот. И если видео понравилось, делаем репосты. Очень буду признателен вам. С вами был Валерий. Всем пока.